Здравствуйте, девочки! Продолжаем занятие по предмету конструирования одежды. Тема сегодняшнего урока – конструирование воротников сложных форм. Так, какие бывают виды воротников? Модели воротников можно разделить на следующие группы. Стоячие – это стойка воротник, стоячие отложные – это рубашечные воротники, плосколежащие – пиджачного типа, фантазийные воротники. По способу совмещения с горловиной выделяют вточной воротник, цельнокроенный с деталями изделия и съемные воротники. Так, модели воротников, стоячие воротники идет. Первый воротник называется мало. Стойка с вертикальным разрезом без закругления краев воротника. Воротник стойка цельнокроенный составляет единое целое с полочками и спинками изделий. То есть она выстраивается вместе с полочкой и спинкой. Воротник стойка трубообразный, высокий и достаточно жесткий воротник, используемый в пальто и куртках. Воротник стойка с отогнутыми углами использовался в мужских сорочках 19 века. Воротник хомут – мягкий воротник стойка, лежащий в виде мягких складок. Дальше идет китайский воротник стойка – это с разрезом по центру и закругленными углами. Воротник стюарт – воротник стойка, укращенный кружевом в верхней части. И последний у нас идет воротник стойка в виде воронки, фасон, не прилегающий к шее воротника. Конструирование воротника стойки. Вот здесь показана ширина стойки 4,5 см, ширина втачивания в горловину спинки идет 15,7 см. Для поднятия у нас дается, она втачивается в горловину полочки 7,5 см. Высота поднятия у нас идет 3,5 см. Ширина воротника у нас идет 3,8 см. Также цельнокройный воротник стойку можно, она вместе с полочкой и спинкой сразу вместе выкраивается. Да? И также идет воротник трубообразный, она по прямой строится. Так, следующий воротник – это стоячие отложные воротники. Они рубашечные идут, да? Стоячие отложные воротники состоят из двух деталей – отлета и стойки. Внутренняя скрытая часть воротника называется стойкой, а видимая называется отлетом. Выделяют следующие виды стоячих отложных воротников. Воротники рубашечного типа имеют большое разнообразие конфигурации отлета заостренными или скругленными краями. То есть стоячие отложные воротники можно оформить разными путями. Да? Можно острые концы сделать, округленные, еще какие клубные называются, да? Французский воротник, прямой широкий, воротник на пуговицах и так далее. Очень много вариантов. И воротник пола. Небольшой стоячий отложной воротник с тремя пуговицами и застежками. То есть это уже в спортивных стилях, да, применяются такие воротники. Как их нужно строить? Стойка воротника строится точно так же, как и отдельный стойка воротник. И туда же строится отдельный отлет воротника. Так, виды воротников плосколежащие. Плосколежащие воротники хорошо смотрятся в детских девочковых платьях. Также и для взрослых, для женщин она сейчас стала очень актуальна. Воротник Питер Пен. Почему она называется Питер Пеном? Это небольшой воротник круглой формы, появился в 1904 году и назван в честь героя литературного произведения. Воротник Берта – это большой воротник, закрывающий плечи, чаще всего из кружева, но возможны и другие варианты. Последний воротник здесь называется гюйс, матросский воротник. Гюйсом редко кто называет, а мы всегда ее называем матросским воротником. Это небольшой воротник, прямоугольной формы,
синего цвета с тремя белыми полосками. Как строятся плосколежащие воротники? Из всех воротников самый легкий по построению чертежа идет плосколежащий воротник. После соединения линий плечевых срезов, концы плечевых срезов друг на друга накладывают на 1-3 сантиметра, а потом, когда плоско лежит к столу, измеряется линия горловина уже в готовом углубленном виде, да, после примерки, повторяет линию горловину, а ширина воротника зависит от модели. Также концы воротника вы можете оформить разными путями. Вот здесь показано, первые красные линии показаны для детских изделий, она очень красиво смотрится, как матросский вариант, и можно ее сделать квадратными, да, концы воротника можно оформить. Так, следующий тип воротников — это печатные воротники. Конечно, печатные воротники — это самый распространенный фасон воротника, называется английским воротником. Она самый распространенный фасон воротника для пиджаков, пальто, плащей классического стиля. Воротник шаль, стоячий отложной воротник с цельными отворотами закругленной формы, особенности которого является выкраивание верхнего воротника вместе с подбортами, используется в пиджаках, пальто, халатах, платьях и так далее. Воротник апаш — стоячий отложной воротник с широкими лацканами, свободно лежащими на плечах. Появился в мужских костюмах как знак свободолюбия, характера, потому что невозможно надеть галстук. Так, теперь давайте рассмотрим фантазийные воротники. Первый у нас идет воротник жабо. Состоит из нескольких оборок, сшитых в горловину. Так, они очень красиво смотрятся, девочки, и считаются объемными воротниками. Воротники кокеле, виды валана, выкроенного по косой или по кругу и вшитого в горловину. Воротники капюшона — на месте воротника втачивается капюшон. Воротник бант введен в моду Коко Шанель в 50-е годы 20 века и представляет собой своеобразный двухслойный шар, завязывающий бантом, что придает образу женщины романтический вид. И последний у нас идет конструирование фантазийных воротников. Это воротник бант идет, воротник жабо, воротник кокелье идет. И все они выкраиваются, здесь уже сложная конструкция идет, девочки. Мы эту тему будем повторять с вами на следующем уроке. На этом мы с вами урок заканчиваем, девочки.